Когда я впервые приехала в Штаты, я была поражена, что есть несколько вещей, которые я спокойно покупала дома в России, но здесь я их купить просто так не могу. Пойдемте, расскажу, что это за вещи. Первое — это контактные линзы. Просто так их здесь не купить. Представляете, приезжаешь ты такой в страну, очки купить можно для чтения, а если у тебя линзы кончились, то ищи врача и проси рецепт. Просто так не купить. Никаких тебе киндер-сюрпризиков. В Америке нельзя класть несъедобное в съедобное, поэтому здесь просто вот такое яйцо. С одной стороны шоколадка, с другой игрушка. Все, что хочешь, все, что душе угодно, но нету Баунти. И Milky Way здесь полный отстой. Простуда на губах часто бывает. Обычно масится клавир, купил, все прошло, супер. Если ты турист США и нету рецепта доктора, извините, пожалуйста, только по рецепту. Но на самом деле почти все более-менее серьезные лекарства требуют рецепта врача. Подписывайся на этот канал, если хочешь знать больше про жизнь в США.